Папки надо слить. Не, ну я так больше 10 коробок, ну 15 на не потратил, но. Да он не смачный. Вообще 15 косарей закинул на. У меня просто на меда шлема нет. Боевой, блядь, он так, сука, тащит денег столько, пиздец, нахуй, блядь. В минус постоянно играет. А я ж не беру эти випки, блядь. Мне тяжело, блядь. А зачем? А он там новые шлема видел в магазинах? Так я выбил, блядь. А, выбил, да? Вот на инжа надо достать, он, говорят, от ослепления защищает, или мне кажется. Ну нет, кажется, я тебе скажу, сейчас вот слепы были, блядь, я был вообще слепой, блядь. Просто тупо слепой. Куда идем-то? 2-1 попробуем. Она и все, пятеро. Да, нет, 8 их. 4 на подсад полезли. Да нормально, нормально, сверху чекайте, потом только. А у меня не прогружен один. Проброс идет, они. Они заняли один. Вот он охуел, сейчас писать нам могу. В этом сидит. Нарезку ушли. Задымлю, ставьте. Там кругом входит. На чё обходе, ребята, что степи сидят? Подсадку нет, если бы на нуле были. Во входе посмотрю. Да, да, они скорее всего с нуля шли на респу, резнули там. Видел, можно резнуть, можно резнуть. Еще живой один, да? Я понятно, ни одного не вижу. Победа за нами. Я не прогрузился нифига. Отлично. Куда? Давай еще раз один, нормально получилось. Давай, давай, давай. Так же сначала вверх заходит, потом только. Хорошо, хорошо. Они заняли точку. Да, под стол прилетает. В прошлый раз прилетал. Дым дать. Ну, я его упал. На лестнице не стоим, чуть-чуть проходим. Больше шарики, гранаты не кидают. Вход двое, минус один. Граната! Да, брони дайте, парни. Обходку не пробил. Дымили конкретно можете ставить. Медика наверх надо, парня, кто-нибудь. Медик, сейчас я приду, подожди. А, стоит с нашей респы. С нашей респы идет один. Игрок с бомбой убит. Ай, Христа. Это он в пиксель меня вообще убил. Можно резнуть. Резнуть можно. Контейнер. А, наверху трое резать сейчас будет балкон. Балкон будет. Первый этаж. Не откат, жди. Сокол на первом этаже. Подожди. Сейчас хп это, блять, сука, меня повалил снайпер левый окно, наверное. Блять. Его убили. Сейчас. Обходка слева, блять. Он ушел, я вижу. Думайте, ребят, только быстрее. Бомба взята. Ставь полный. 20 секунд. Блять, трактор. А что? Долго заходили, ребята, дыма было, писец, все не поставили. Зачем бомба наверху гуляла? Ну классика жанра, вы чё? Не, давай двойку, давай двойку. Давай, ну смотри, один обходит. Твою мать, я зачем? Как же лагает, не, ты знаешь, у меня вот так вроде ничего. Пару раз было таких ужасных лагов, а так что. Ну блять, чтобы шишку прошить. Пиздец, как много надо, нахуй. Заходим, дам дым на ноль. Граната пошла! Хорошо, арки смотрите. Смотрите, арки. Блять, заряд дым закинул. Теперь не видно нихуя. А вот он у меня. Сара, рискуй, труп. На контейнерах стоит инженер. Срез и долби. Еще срез посмотрел. Не ходите, где-то на время. Не залазьте вообще. Инфа где там, где-то у нас наши СП есть? Нет, уже.
Что с подъемом там? Идут, идут, идут. За нулем двое. Ой, блин. Выше, выше, слева. За нуля вышли. Бля, да сука, лучше. Я лучше бы слушал, ребят. Ну за что на контов? Бабах. Аллах, бабах. Мы выиграли раунд. Бомба взорвана. Три снайпера. У них уже три снайпера, блин. Надо одним. Маньяки, давай один. Давайте наверх, как обычно, ждем вашей инфы. Сейчас подствол прилетит на воду, как обычно. Что, я не поднялся? Да, я сам не поднялся. Что за хрень? А мне показалось, что ты поднялся. Я сейчас подсвелился, потом свалился. Где ты умер? На первом этаже, что ли? Зря. Да, ну по большому не знаю. Сразу на плент много дыма и сразу старт. Я прокину тоже. Дыма побольше. Отрезать, и жопу заминируйте хотя бы для начала, или что там, блядь, у нас ни одного стрелка, наверное. Первый этаж пожалуйста. Так и есть, на первом этаже. Сука, нету. Я ослеп. Сзади, блядь, смотри, зашли. Плент, смотри, плент, смотри, плент. Заходит на плент, до входа, можно резать дальше. Врача, врача! Второй этаж, штурм. Бля, не вижу плент. Плент не вижу. Плент контролит. Кто контролит плент? Я тут смотрю на него. Задымили, я не вижу. Взорвите один из объектов. Погнали, противника. Ну пошли. Раунд начался. Бомба взята. И чем все так на МП на это наговаривают? На гибную ствол. На какой? Ну, на штурма МП вообще. Последний дон штурма, он и должен быть загибным. Больше дыма на ноль. За ноль. Мы еще не дошли. Не надо дым продать, поставить и все. Броня или ПП что-нибудь. По-любому надо будет. За нулем есть. Да, так. Сзади один. Ноль, за нулем. Колонна стоит, лечится за ящиком. Нет. Став, КП не дам, мне поднять надо. Да сейчас это остановит. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Мы легко заходим, вообще легко. Защитите стратегические объекты. Подсадку дайте наверх. Да не лезьте на них особо. Вон просто берем стоит и все. На или наоборот ждем, пока ставит и закидывает. А кто там сидит еще? Нет. А, короче, это двоечка будет. Мост закидывает. Да. Моста прокидывает. Инфу, где скопление будет. Два. Я понимаю. А нет, на воде есть. Короче, это один тут. Сейчас скажу точно. Непонятно. А, это однерка, походу. Арки вижу. Снайпер контейнера. В арке. Букинис, подкинь на нож, пожалуйста. У меня труп. Ну ладно. Прикройте только, там потом что тот медик был. Помогите, букинис, кстати, помогите. Двое-то заходят. Два человека зашли. Арк, медик. Снап контейнер. Давайте мы подожмем, если что, от арок. Если это двойка. Опа. Сука, однерка, медик. Так, смотри. Да я не вижу его. Так, я думал, что я не вижу его. Мне показано, ну, трупу. Я вылечу тебя, мне нужна пара лазеров. Обход снайпер. Снайпер, мед колонны. План два. Это мы делаем все. Где сейчас? Колонны снайпер. Двойки просят. На воде что? Ах ты сука! Да, я понял, двое победа за нами. Защитите стратегические объекты. Так же поехали, чё палец. Раунд начался. Бланк, странно врачей, брат. Бля, тихуясь, это я даже... Чё это было, бля? Пиздец. Инфа, пожалуйста. Арки, а ну, от центра работают, понятно. Короче, это два.
Точно двойка. В прошлый раз тоже была двойка. Вак, трое, четверо было, стояло. Хорошо, идем к вам. Дай палец мне, снайпер. Палец, снайпер. Ой, блядь, как вы долго заходите, парни. Граната! Можно просто с раздвоечки подожмем, и здесь напад. За нулем, за нулем! Он на нуле. Что 10 человек? На нуле 10 человек. Зачем? Да, на нуле один снайпер и все. Один человек нужен. И то нахуй, блядь, нашу команду. Снайпера. Я так иду туда, блядь, их ебашу. Защитите стрелки. Один человек, вы, блядь, аж туда толпой залезли. Раунд начался. Помогите сразу в обходке, один станет со мной. Ну, единственное, не бросаем. Давай. Двоечка, мы к вам уже идем, все. Ахуй, один, смотри. Не видно нахуй. По-моему, да, что-то такое мелькнуло, сейчас не могу сказать. Первый этаж, знаешь, что есть. Да вы на них не утягивайтесь. Погрузчик есть, от моста играет. От моста зарашили, нахуй. Лэнс, помогай. Пробил на погрузчике. Гражом, ахуй, нет, погрузчик, да. На погрузчике снайпер есть двое, там аккуратненько. Хорош, на погрузчике нет остатки. На погрузчике снайпер нет. Снайпер нет, погрузчик. Пацаны, я не вижу медика. Синис, выходи, выходи, слева, слева, слева. Нет. Хорош, медик, он двое. Синис, погрузчик. Блять, сука, нахуй, мед на погрузчике. Дожмите в хлам, сейчас подымет. Погрузчик. Уебить, а. Мы думал... Да там, блядь, враг сзади. Ну как команду. Так, парни, а? Пацаны, ну занимайте верх. Защитите стратегические объекты. Я не вижу медика, давайте вверх занимайте единичку. Так мы ее занимаем вверх постоянно. Бля, еще раз. Мост опять. Двоечка, двоечка. Зайди назад, я отрегеню. Сейчас она у меня отрегеню. Хорошо, хорошо. Ну вот мы единицу уже зашли, вверх заходим, сейчас. На двоечку. На двойку, давайте перетяг. Идем, идем. Ну что, дали там вообще. Моторок можем зайти втроем. Надо дожимать, дожимайте, чего вы стоите? Остался медик, и его не вижу. Делаем. Не добежали, видите, сами справились. Блядь. Защитите стратегический. Сейчас, возможно, единичка будет аккуратно. Ну, сейчас, сейчас, давай мы так же пойдем. Воду займем и вверх. Сейчас. Они мост пройти, вот аккуратнее. Двойка опять походу. Да-да-да. Ну, второй этаж чистый, по крайней мере. Ну, двойка, двойка это будет. Бомба установлена. Бля, хлеб опять топовый, блядь. Блядь, в обходе снайпер. Убейте быстрее, там, прожмите. Плент на дым кидайте. Лес не на плент дым. У меня слепо, я нихуя не вижу. Хуёвый шлем. Долго слепо ебашит. Да, блядь. Не время, ребят, не время. Ну чё, блядь, один месяц. На пленту снайпер, на пленту снайпер. Блядь. Всё, минируйте. Смотрите, мину там. Ну нормально, зашли, сейчас побольше. Нам удалось обезвредить бомбу. Раунд выигран. Взорвите один из объектов противника. Один? Раунд начался. Бомба взята. Двойка у нас легко получается. Мы три раза зашли, двойку или два. Да, однерку просто надо сразу ставить. Пацат еще дать. Мы побольше на плен закидывать. Все. Там не сложно. Так... Есть, встречает и... единицу по длине. Прокидывать. Граната пошла! Граната! О, она заходит.
Заходите, заходите один. Один на контейнере. Что вы стоите? Вы зря остановите. Блять, я попал же полный квест. Ну сверху помогите чуть-чуть, ребят. Видите, мы там запарились. Ну я помог, не знаю. Да поздно, надо, блядь, вверх выходит тогда, когда вроде заходит. Да там не давали, там закидывали гренами как-то. Я же не мог зайти сверху. Во первую очередь медик, да, в новоге лежал, я его не видел дальше. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Ну, давайте лучше на двоечку ходить. Установите бомбу возле одного из объектов. Но если сейчас в углу опять не зажмут нас. Бомба взята. Арка смотри. Обход только топ. Броня нужна. Уже не нужна. На арку слышите, ребят? Сейчас, подожди. Да что? Твою мать. Просто снайпер держит здесь постоянно. На пленту, на пленту. На машиной. За зелом. Снайпер за зелом или ж. За нулем. Медик. Жив или нет, который чар. Мухинис, давай сбоку. За нулем. Ну помогите, ну почему он один выходит? Ебать. Все мы видим. На всякий случай караулим. Может мы зайдем на единичку через мост, через трактор? Да, давай попробуем, че. Типа в раши через прокиды, бля. Сразу ты на гараж там сразу брать. О, хороший. Так они походу тоже поднимают. Бля, он меня убил. Я понял, сейчас все будет. Сразу смотри арки сзади. Пока отрегенимся. Заходите. Заходите, где у нас бомба, ёпта? Же единицу сказали, пойдем. Блин, ребят. Бля, да шо ж такое, ну кто там? Тоже меда смерти, играйте аккуратно, в гараже есть топчик, там слышу. Гараж, гараж, а что, тебе не надо воздух, бля. Дайте на гараж, двое. Игрок с бомбой убит. Я тут под кадр ушел, сколько. Первый этаж, инженер. Наш отряд да ну это пиздец бред, блять. Рандом может быть. Всяко бывает. Давай еще раз на один, только через подсадки. Давайте я наверх с вами пойду. Если что, спрыгну, мне легче будет. Ебать вас тут. Не усядитесь никак. Что? Бомба потеряна. Блять, да ёпта, внизу, ну что? Блять, меда потеряли. Я ж думал, все чисто. Это, блять, какой-то. На респе у тебя он. Мы уничтожили отряд врага. Хорош. Победа за нами. Установите бомбу. Ну, надо единицу обкатать хорошо. Или с прокидами заходить. Раунд начался. Бомба взята. Родишь нормально получается. Со флешами. Но сейчас не очень-то. Меда пропустили. Где он там спрятался? А наши уже на трупах. Да сука, это какой он задрал. Да нахуй ты туда идёшь. Ну ты рай, блядь. Они все тут под водой стоят. Давайте заходите, ребят. Заходите, заходите, вверх заходите. Заходи, мы, давай, заходите давай, сверху. Заходите, да, если меня бы и все. Вот ушел. Еще один там. Штурм стоит под зеленым контейнером. Справа ж. Да. Да ну нахуй, блядь, стоят. Бомба взята. Да ну смотри, уже ждет шлюха. Слышь, они что, подрубили что ли, пидоры? Да почему он 16-16 играет? Защитите стратегический объект. Просто тоже в ТС сидят, ёпта. Чё ж подрубили тебя, что видно было? Чё единицу отдаем верха, ребят? Да кто это будет? Да надо занимать её. Блять, ну вы чё, блядь? Два арки. Ну слава богу, что два. Хорошо, хорошо. О господи, так. Где тебя убили, что там? Дай инфу. В обходе, в обходе, там есть снап стоит. На этих. Я понял, на зеленых? На бочонках.
Не-не, он по-моему ушел. Варка, снайпер, снайпер. Медик на воду спрыгнул. Ну и все, чеки-пуки, молодцы. Всех убили. Блюха! Блять, сука, пистолетом даже не попал, вот я лох, косой. Эти у тех пидоров что, на меня магнит, что ли, я не пойму, блядь. Хуеплёк, блядь. Гавана, кончай бомбить его, блядь. Да ну пиздец какой, ну, блядь, который раз, блядь. Блядь, тут вот все живые, блядь, или на меня убивают, сука, блядь. И вот, блядь, один, пиздец. Один, смотрите. Один будет. Мы наверху. Вот где бы не вылез, блядь, где бы не вылез, сука, меня убивают, блядь. Как специально, тут сидят, пасут меня, блядь. Это тихо, двойка что ли, не пойму. Не, они холдят, выжидают. Второй этаж чистый. Мод. Снайп минус второй этаж. Где-то там еще один даже будет. Ну-ка глянь, если что, я подниму. Понял. Блять, ну! Сука, медик зачистил второй этаж. Прикрыл, да. Я прикрою. Резай второй этаж, давай. Ну! Кто это? Ну готов. Завалил второй этаж, молодец. Хороши. Не вижу винжа. Да, еще брони ему дай, блядь. Давай нам заходить. Стоит с правой стороны. Ну, радист у нас легких путей на 25 секунд. А мы ставим. Иди на первый этаж. Не, он не по-любому будет на двойке, на одиночке стоит. Бомба. Ух ты, какой шустрый, блядь. Блинка, это она. Она макросница, пиздец, блядь, кончена. Через пол карты, блядь, с ктара меня, блядь, точку расхуярила. Любому где-то наверху. А, сзади, сзади, решай. Гараж. Сейчас на время будет играть. Пригнула, по-моему. Там еще минуту. На рейсе, на рейсе. Погрузки, да, у трактора. Под тобой. Прям под тобой. Уже разминировал, пацаны. Надес прыгнул. Не, она бы успела, у нее 6 секунд. Защитите стратегические объекты. Дайте подсадку. Давай. Раунд начался. Чё? Я застрял. Два. Точно два? Да, да. Ну смотри. В арках были. В арках это не два. Это всего лишь холд. Ну вот, мы вверх уже упустили. Став, останься там на всякий случай. Не, не стянулись. Ну я ж тебя о чём. Одно мяско ебанули уже. По мосту еще снайпер. Реза, реза можно. Только с левой стороны резай. От меня. Сейчас он еще долго играет. Ну не знаю. Смотри, обход. Сейчас закончим через минуту, наверное. А че обходку никто не смотрит? А там кто-то был, по-моему, за гаражами. Да, никого был, нету, блядь. Смотри. Ну все, Став, зайди там, там посмотри, что там да как. Бля, да что ж такое-то, а? Как лоха поймали. За зеленым. Все, один остался. Где он бегает? Я его не вижу. На входке он. Сейчас уезжай, резни, быстрее сюда топай. Все, ну Гавана, ты прибеднялся. На. Точку-то поставил в этом деле. Нет, так это, сука, да, на семеро сейчас. Миллиметр остался. Если они реванш не попросят на семерых, ну вот. Ты... Он у них парень вообще 0-17 играет, вообще не парится. На чё, медик, наверное, блядь. Причем видишь, с ником ПВПшник, он явно ПВП часто гоняет. Петух, Титане и F4 жмется.